Некоторые психологи утверждают, что с возрастом находить новых друзей становится все сложнее. А я, например, считаю, что умение дружить – это не возрастная характеристика. Судьбы могут пересечься в любом возрасте, в любое время, и тогда два добрых и открытых человека могут совершенно спонтанно стать близкими друзьями. Гульнара, эта песня посвящается вам. Год назад, когда я осталась посреди улицы с чемоданами совсем одна, мне повстречался замечательный человек. Очень добрый, отзывчивый, искренний человек, который на тот момент смог заменить мне всех на свете, потому что я была вдали от родных и близких. Хочу, Гуля, сказать тебе огромное спасибо за твою поддержку и заботу. Темно-серая будет полоса.